«спасибо» означает «спасибо». На данное слово у людей возникал вопрос, от чего спасать, да и с какой стати, поэтому на «спасибо» отвечали «не за что», то есть «я ничего плохого не сделал тебе, чтобы меня спасать». Благодарю. Слово «благодарю» образовано из двух слов «благо» и «дарить дарю». Произнося данное слово, вы делитесь частью вашего «блага», и лично вы сами, а не кто-то другой, отвечаете добрым на добро. Пожалуйста, положи лучше. Пожалуй, 100 рублей.